3, 2, 1, старт! Даунхилл или маунтинбайк – это скоростной спуск с горы на велосипеде. Вид спорта до сих пор малоизвестный. По всей области едва наберется полсотни его почитателей. Однако Ангарск уже может похвастаться тем, что вырастил своего чемпиона. Наш земляк Владимир Пуляевский в прошлом году стал победителем Кубка России. Маунтинбайк – скоростной спуск. Ну, началось с того, что как бы меня заинтересовался этим видом спорта, а трассы не было. А что, без трассы? То же самое, как футболист без мяча и без футбольного поля. Он, ну что, это не футболист. Ну, то же самое. Я только пришлось мне строить. Никто не помог. Ну, ребята помогали, ангарские, иркутские. Сейчас Владимир выступает за сборную России, а на построенной им трассе тренируются молодые спортсмены и проводятся соревнования всероссийского уровня. Спорт, ну, он достаточно неизвестен в связи с тем, что, ну, нету площадок, где заниматься. То есть вот на данный момент есть у нас площадки подготовлены, это в Ангарске и в Байкальске. Вот. Но по уровню трасс они достаточно являются сложными и не для всех, желающих. То есть, допустим, с улицы взять человека, прийти, он не сможет по ней съехать, даже иногда пешком пройти не сможет. На соревнования этого вида спорта приезжают одни и те же участники. На этап Кубка Байкала в Ангарске собрались 37 человек. Здесь и так называемая элита, спортсмены, имеющие награды и титулы, и начинающие велосипедисты. Сделали отличную трассу. Дождик ее вчера немножечко увлажнил. Сегодня выглянуло солнце. Отменная просто трасса, можно сказать, идеальная. Вот. Впечатления самые хорошие. Я доехал до финиша. Я, наверное, даже для себя улучшил время. А в группе титулованных спортсменов, как и ожидали организаторы, первым стал Владимир Пуляевский. Брачанин Дмитрий Сенков в своей категории занял лишь второе место. Но возможность наверстать упущенное остается. С 7 по 9 августа лучшие из лучших встретятся на финале Кубка в городе Байкальск. Евгения Шильникова, Михаил Тырышкин. Местное время.